Эй, всем привет, мои маленькие любители Gates of Hell, с вами я, Ричард. Сегодня мы с вами продолжаем проходить динамическую кампанию за Советский Союз против немцев и финнов. Ну, зачастую против финнов. Итак, я не помню, на чем мы остановились. Я записывал последний раз ДК 4 дня назад. Ну, по-моему, у нас была оборона, и обороняли мы холмы, и вполне успешно обороняли их. А что-то захватили, да, 76-миллиметровую пушку полевую и миномет. Давайте миномет, кстати, возьмем, наверное, с собой в атаку. Посмотрим, что как он по скорострельности. Потому что я помню, мне говорили то, что он довольно-таки неплох. Так, стрелков давайте пополним. Санитаров пополним, пускай будут пушки, эти все вытащим. Пару ящиков на всякий случай возьмем. Вдруг пригодятся. Так, стрелки, тут что у меня? Так, это я убираю. Так. Пиздачок пополняю. Пополняю так. И троечку тоже пополняю. Танков у меня с ним напряг. С танками у меня напряг. Так, танкисты. Давайте возьмем еще один отряд танкистов. На всякий танкистов много не бывает. Кто был на стриме, тот знает. Так, возьмем, наверное, половые пушки. Угу, возьмем, взяли. Так, одну, две. Все, взяли. И что еще мы можем взять? Да, в принципе, нам больше ничего и не надо. Атакуем один риск. Тут дают колбочки, шевроны, еще дополнительные колбочки. Короче, прям вообще сказка. Идем, кстати, мы в ветку исследования, получается, ленд-лизовских танков. Так, давайте Т-70 изучим. Потом у нас надо будет М3. И вот они пойдут уже, ленд-лизы. Валентины, Шерманы. Это, кстати, Немчазев, ребят, извиняюсь, я его назвал. Ну, просто он похож названием, но это Немчазев. Чурчили, чмурчили. Разведав всем бронемашину, может, до нее тоже докачаться. Ну, посмотрим. Так, у меня еще осталась одна колбочка. Что можно взять? А, на пехоту не... Ладно, все, насрать. Вот таким скопом будем атаковать. В принципе, думаю, нам этого хватит вполне. Танки, думаю, справятся без проблем. С одним-то риском. Не буду особо задерживать, ребят. Начинаем. О, ошалеть, смотрите, аниме. Аниме на Аве. Мать, здоровья маме. Нет, ну аниме я, конечно, не ожидал увидеть в игре про Вторую мировую войну. Так, Арнольд Мацгер. Какой Арнольд Мацгер? Я вообще-то за Советский Союз. Что за хрень тут происходит? Карта. Мое почтение, поля полей, прям вот. Чувствуется то, что вдохновлялись War Thunder. А что с юнитами? А, это типа или закат, или рассвет, все такое красное, кровавенькое. Так, ну, тащим пушечки. Танчики сразу едем. Так, троечка. Так, вы тоже вдвоем давайте. Вперед. Чё тут по их обороне? Есть какие-то пушки у них, думаю, страшные или нет. Давайте глянем. Если я их найду, то будет очень хорошо. Вы видите пушку? Я тоже не вижу. А чё в смысле? Серьезно? Так, пацаны. Едем просто унижать, насиловать, грабить, разграблять. Все, давайте, быстрее. Пушки исчезли, нормально так. Давай, дуй сюда. Так, нам надо успеть до подкреплений. А, пушенцы. Так, ну пока они дотащатся, уже война закончится. Вот тут вот позиция неплохая для них будет. Ага, хер там плавал. Они, скорее всего, не допульнут. Давайте сюда тащить их. Пеха. Два отряда. Понял. Не-не-не, пацан, ты стой. Ты вот к ним примыкаешь, короче. Ладно, я уж их так отправлю. Пехотка. Так, сюда отряд и сюда отряд. Так, где мой танк? Так, чех. Чех едет вперед. Сражаться, убивать. Ну, чехи они такие. Это у них, как так сказать, в крови уже. Ну, там только пехотка, какие-то фаусты самые страшные, или
условные панзершрайки будут. Да. Ну да, вот гренадеры с гевером 41. Гевер, кстати, 41, по-моему, это СВТ мне писали. То, что они очень сильно любили переименовывать оружие немцы. Так, ну... Если сейчас опять будет какая-то молниеносная атака, то я расстроен, честно. Потом, ребят, надо не забыть превьюшечку сделать. Надо будет не забыть сделать превьюшечку. Еман, там отряды просто бегают. Ошалеть, ошалеть, ошалеть. Выстрел с... Так, ну... 37-миллиметровый фугас он такой. Лопушка Корсар первый мощнее бахает, чем это. Так, нормально. В окопах тоже дэмэдж получают. Так, труп союзника спасает их от сплэш-урона. Ну, так, ну это вообще ложовый выстрел мега был. Так, ну это еще круче. Так, а вот от этого фугаса он уже и не убежал. Так, а где пиздачок-то? Давай, давай, давай. Ты тут зайдешь просто как... раскаленный нож в масло. Так, троечка. По 40, ё-моё. Вы что хотите мне сделать? В рофлите? Пехота, блин. Вы представьте, вот... Чисто у вас пехота, ни одной пушки, ни одной противотанкового ружья, ни одного. И на вас едут три танка. Вот просто ощущение пехоты. На это все, я бы умер сразу от страха. Давай, едь, аннигилируй. Защитники, они еще и в атаку пол... Ну, конечно, под приветином-то. Что-то он какой-то бессмертный. А, он в окопе сидит, хитрозадый. Хитрозадый фриц. Да, сплэш, конечно. Мое почтение. О боже, какой живучий этот Фридрих. Очень хочет он вернуться назад к своей Герте, видимо. Так. Все, не вернется. 4 минуты. Что-то мы затягиваем с этой атакой, реально. Давайте, едьте просто вперед, аннигилируйте. А, так, пехота. Зачем я эти пушки брал, если тут настолько все просто будет? Раз пехота, второй отряд пехот. Давайте сюда. Вон штрафники, чего? Жандармы. А, я думаю, это советские. Оп, все, нету штрафников. Так, там кто-то один выжил. Ружейный гренадер. Самый опасный, ты и выжил. Теперь я, наверное, по нему и попаду ведь. Ну, скорее всего, да. Да, хер я по нему попаду. Так, ну ладно. Троечка, давай, поехали вперед дальше. Убивать немчуру. Ох, вороны кружат, кружат над полем. Надо просто как... А, ну все, его уже за этот... Замочили. Вообще без шансов. Просто аннигилируем. Реально. Просто без шансов. Без шансов ошалеть. Не, что-то с ДК стало другое. Он вот что-то с модом сделали. Вот какое-то обновление какое-то. Ну вот что-то сделали. Ну вот что-то не то. Ну вот вы посмотрите. Ну вот вы посмотрите на их количество. Они просто стоят и готовы принять свою смерть. Вы посмотрите. Они даже не берут оружие. Они не сопротивляются. Это добровольная сдача в плен или что? Им вообще полный насрать просто. Так, все они. Актеры одновременно сдохли. Так, это там или убегают, или под крепость, что ли?
Что это? Там какой-то одиночный боец. Так, одна точка уже за нами, да? Так, ну давайте, дуйте. Дуйте вот сюда. Вы тоже дуйте туда. Они не сопротивляются даже. Меня вот это просто поражает. Хоть ради приличия бы винтовки взяли в руки. Блин, чех вообще тут такой кошмар просто устроил немцам. Опача. Они вот взяли нормально все. А то я же думал, они вообще без сопротивления будут сдаваться. Куда ты ползешь, а? Дорогой. Я думаю, там моя пехота справится. Немцы вроде бы не такие элитные. Так, минус один. Так, ну и сейчас мы тех убьем. Ядрить меня в корень! Ну, что опять за мясо? Просто они в одном бруствере сидят, чилят, отдыхают. Ну, посмотрите на это. Ну, что это? Ну... Бедная пехота. Сотрем их в пыль. Сюда их. У меня уж патроны кончаются просто. Так, вот это было опрометчиво. Вылез там ПТ-гренадир. Так, я надеюсь, мне тех не надо догонять будет убивать. Очень на это надеюсь. Ну ладно, поехали в догонку. Давай, давай, полный газ. Ядрить. Нет, все, победа. ПТ-оружие, ошалеть. Что с... Во, все, исправил. Это хрень была. Не, ну чех сколько накрошил. 181 уже. Но это еще с обороны. Счет ведется, но все равно до хера. Жалко, он не так далеко стреляет. Всего на 160 метров. Так, ну точность, конечно, это не его конек. Вау, какой урон прям. Ну реально War Thunder'ом вдохновлялись. Пулемет урона больше наносит, чем 37-миллиметровый фугас. Ну реально петарда, корсар первый. Максимум второй. Все. Уничтожили абсолютно всех. Где чех? Ой-ой-ой. 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 Сейчас мы подберем, ребят, кадр. Красиво для превьюшки. Хочу вот где много трупов. Хочу где много трупов. Или вот, тоже неплохой кадр. А-ля-ля, у-ля-ля. Вот этот тоже неплохой, окей. 11-я минута, надо запомнить. Чех, ну-ка, бруствер минус. А, ну все, у тебя фугасы кончились. Ошалеть. Дави эти мешки с песком. Давай, вон туда куда-то смотри. Ошалеть.
Не, вот это тоже топ. Вот это топ, наверное. Вот это топ, ребят. Вот это топ. Вот эта превьюшечка. Это топ, ребят. Сохранил ее, все, отлично. Все, нет, это топ. Все, финиш. Да, вы выиграли матч, спасибо. 64, стак бойцов. Я накрошил ровно стак из Майнкрафта. Ровно стак, реально, я не вру, не обманываю. Стак, реально стак, я не вру, не обманываю. Стак, ровно, 64 штуки. Реально, не обманываю, не вру. Ошалеть, ребят. Ну я просто в ахерах. Что-то слишком легкие атаки. 5,5 колбочек мне дали. Блять, маловато. 7,1. Но по идее мне хватит на условный. Нет. Это чтоб мне вот это исследовать. Мне надо так, так. Ах ты тварь. А, так я так могу. А, ну нормально. Пойдет. Просто хотя бы валентинку какую-нибудь. Хотелось бы, конечно, последнюю. Ладно, пойдет. Одна колбочка у нас остается, ребят. Потратим ее на что-нибудь другое. Ну, посмотрим. Оборона, кстати. Что у нас по обороне? Патроны дают Финляндия. Окей, изи. Изи оборона опять. Опять изи оборона против финнов. И опять холмы, по-моему, нет? Карта. А, нет, уже какая-то Курск. Окей, понятно. Ну ладно, ребят, это все будет в следующей серии. А на этом все. С вами был я, Ричард. Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите предыдущие видео. Там вышло видео по War Thunder. Поэтому, ребят, если вы... я буду очень рад, если вы его посмотрите и поставите лайк. Всем удачи и всем пока.